Это как раз тот случай, когда руль в надежных руках. 32 года водит машину, из них 28 в такси. Профессию выбрал давно и по душе, точнее, по любви. К дороге и верному железному коню. Я к машине скрупулезно отношусь, поэтому мне в машине должно, если оно должно работать. Это как живое для водителя, оно живое. И все, поэтому тут хоть застрять, хоть где-то погонять. Перевозить людей из пункта А в пункт Б – дело гиперответственное. Во-первых, транспорт должен быть чистый, а машина исправной. Ну и во-вторых, водитель должен уметь оказывать первую помощь, ориентироваться в городе и не забывать смотреть по зеркалам в местах повышенной аварийности. Потому что зачастую многие водители, в том числе и таксисты, пренебрегают правилами дорожного движения, особенно на кольцах. И вот здесь большинство водителей просто не перестраивают. Крайний правый ряд не занимает. А так займи крайний правый полосу, выйди с кольца, и ничего проблемного в этом нет. По мне, кольцо — это самый простой перекресток, да, вот. Это почему-то люди его больше боятся. А так по нему просто ехать. Александр Кузьмин неоднократно побеждал на региональных этапах конкурса в Барнауле. Пришло время покорять новые горизонты. К соревнованиям в Казани, говорит, готов. Еще поборемся. Первый раз было просто интересно, а сейчас уже какой-то азарт появился, уже еще больше интереснее стало. Я считаю, что поехать на финал – это уже, так скажем, маленькая, но победа, да, вот так, то есть, потому что 30 человек, из них тоже поучаствовать с ними сильнейшими, так скажем. Это очень интересно. Ну, конечно, только с позитивным. Побеждать, конечно, желание имеется, но больше общения, узнать что-то новое. Соревнования пройдут в три этапа – теория, практика и творческий конкурс. Участников будут экзаменовать не только по правилам ПДД, но и на знание истории, памятников культуры и географии России. На автодроме придется тоже постараться. Езда змейкой, параллельная парковка и другие важные маневры, которыми должен владеть каждый водитель. Старт! Самая красочная часть конкурса – финал. Ежегодно участники из разных уголков России придумывают что-то новенькое. Задача – рассказать о своем регионе на языке творчества. Дикие горы мне радуют глаз, бумага шмаляй. Давляя на газ, меня покорил непокорный Кавказ. Соревнования будут проходить с 8 по 11 июля. Главный приз, который получит лучший из лучших таксистов – новенький автомобиль. Мария Костолева, Дмитрий Денисов. День с толком.